Поправь кепку. Друзья мои, мы наконец-то. Друзья мои, мы наконец-то прибыли во Владивосток. Сейчас зашли вот в магазин. Володя зашел в магазин, мы стоим рядом. Мы сейчас собираемся пойти в кафе. Прикольно. Мы сейчас собираемся пойти в кафе, а потом мы пойдем в инстанцию, в которой будем получать РВП. А потом мы собираемся встретиться с друзьями, немного погулять, останемся у них с ночевкой. Ну, в принципе, я уже об этом во всем рассказывала. Останемся у них с ночевкой и поедем, скорее всего, уже завтра вечером домой. И приедем ночью. Так как мы живем рядышком, там буквально 6 минут получается идти от нашей станции до дома. Вот я сегодня засекала с утра, то мы даже такси не будем вызывать, в принципе просто пробежимся. Смысл вызывать такси ради 6 минут ходьбы, сколько там на машине ехать, минуту. Все, ребят, мы пойдем в кафе.